Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Слушай, ну я сейчас как в сказке. Ты что, дед, обалдел? У меня руки-ноги замерзли. Поэтому спасти нас может что? Правильно, вкусная горячая еда. Иди сюда, моя дорогая. Я сейчас выберу новогодний подарок для себя от тебя. Смотри, я, во-первых, хочу вкусняшки, 100% натуральный продукт, мармелад из манго, сушеный гуава, кокос, ананас, и не забудь про приправы, лемонграсс, листья лайма. А вот эта вот штука вообще незаменимая на праздничном столе. Готовишь мясо в духовке, вот достаточно одного пакетика, растерла, замариновала, боже, пальчики оближешь. Здесь ты можешь приобрести пасту том-ям, соевые соусы из Китая, корейскую пасту на основе жгучего перца для тех, кто любит горячее. Твоим услугам булочка бонбао. Это паровая булочка с начинкой из лапши и мяса. Одним словом, все для любителей азиатской кухни. Нет, я тебе, конечно, ничего не навязываю, но хочу обратить твое внимание. Помнишь вот этот эликсир от всех болезней с детства? А ты помнишь, как мы не могли его открыть? Оказывается, есть лайфхак. Ну, нужно постучать, и коробочка... открывается. Ну а также во Вьеткуке ты можешь приобрести масло. Боли в суставах помазала, головные боли, в дороге, вдруг тебе стало плохо, подышала и все, как рукой сняло. Не хочешь масла, можешь воспользоваться пластырем. Налепила и все, поясница не болит. А вот эта штука вообще незаменимая в сезон болезней и простуд. Ингалятор. Люди специально в Вьетнам за ним летают. О! Крем от ушибов и опять же боли в суставах. Кстати, от твоих подруг. Угу. Заметила, да? И это все во Вьеткуке. Попробуй, новинка, гунька. В этом сезоне пользуется огромным спросом. Это рыбный суп, утолит голод, согреет тебя в холодный период. Я уже не говорю о количестве витаминов и омега-3 в этом супчике. А в сочетании с булочкой буньбао это просто пушка-бомба. Пока супчик едим, у меня и кофеек заварится. Кстати, вот такой заварник я здесь купила домой. Тебе чайка?